Тайские перчики завязываются очень ровно. Красотуны. Он только вот вылезет. Этот немножко еще затормозились они в этом году. Весна была не очень-то хорошая. И май месяц выбился из завязи. Выбил перцы от завязи. Не завязались они рано. Этот обычно еще раньше завязывается. Еще химический дождь у нас выпал. Вот много вот таких было листочков скрюченных. Это не от насекомых. Я уже думала, болезнь, насекомые. Оказалось, у всех в одно время пострадали перцы таким образом. И так мы подозреваем, что это был химический дождь. Но несмотря на это, есть перцы, которые выкинули. Вообще они так и не восстановились. Но вот эти перчики очень живучие. Очень живучие. Посмотрите, они длинные такие перчули. Они очень острые. Больше 100 тысяч сковелей. Это анумы. То есть у них аромат классический. И такой вот перечный. Перечный классический аромат острого перца. Ну, достаточно толстостенные. Это они еще не выросли. Они еще растут. Еще растут. Такие малыши. Вот этот тайский к нам пришел первый от Эдика семена. И они вообще низкорослые. Ну, где-то будет, может быть, ну, чуть-чуть выше вот так. Сантиметров 20-25. К концу лета, может, до 30 вырастет. А потом будет он более облиственный. Сейчас начнутся еще боковые пасыночки расти. Мы их никак не формируем. Даем им вырасти, как они хотят. И еще вот такие низкорослые перчики. Я сею по 2-3 штучки. Ну, сходит 2, 1, 3. Как повезет. И они тогда так и растут вместе. Более пышные кустики получаются. Более интересные. Сейчас у них горшок 2-литровый. И им, в принципе, этого и хватит на этот сезон. Тем более, тут биогумус очень хорошо заправлено вкусненьким. И этот вот восточный гусь, он более позже приходил, чем этот тайский перец. Они очень похожи. Он будет немножко выше ростом. Он где-то в грунте, говорят, до 1,5 метра растет. У меня 60 сантиметров он рос. Так что вот его назвали восточный гусь. Но это оба тайских перца. Тайский один у нас и тайский два. И перчули тут, ну, немножко больше могут быть, когда он уже будет крупнее. И вот этот я посадила в 4-литровый горшок, побольше ему дала горшочек. Им тоже два они тут растут. Ну, вот они сразу начали прям-таки наращивать. И массу, и перчики. Им стало тут повеселее. Конечно же, чем больше грунт им дашь, тем они веселее растут. Очень люблю перчик. Я его пока вот сейчас снимаю зеленый. Он уже острый. Я уже вчера, кстати, отрывала здесь перчик один. Вот отсюда вот. И мы его уже кушали. Здесь я сорвала вчера один перчик. К борщику. Уж муж очень их любит, к борщу. Он им не дает спеть. Потому что они уже острые, они уже ароматные, такие перечные. Уже к борщу он прям очень-очень острый, хороший, даже зеленый. Поэтому вот он ему не дает особо спеть. Но я надеюсь, себе для семяночек урву чуть-чуть. Вот они. Никаких тут нет насекомых. Ну вот они так пострадали, листочки. Ничего, уже отошли, отрастают. Рожают, слава богу. И будем с урожаем тайского перца.